Всем привет, всем доброе утро. У нас уже Соня пошла на первый сон. 9 часов сейчас. Малышонок спит. Димка позавтракал, смотрит мультик, а я села, почистила синие. Сейчас я хочу порезать на кубики, засыпать солью. И мы пойдем, пока мы погуляем. Они у меня немножко стекут. И сегодня буду опять готовить баклажановую икру. Нам очень нравится. И только мы едим ее в холодном виде. Вот, очень вкусно. Бадан вообще ест, намазывает на хлеб. Ест. То есть такое блюдо холодное, очень вкусное, легкое. Такое вообще классно. Так что, кто не пробовал, попробуйте. Рецепт у меня есть. Посмотрите видео, которое находится ниже. Вы найдете. Очень вкусно, очень быстро. Готовлю в мультиварке. Так что всем доброе утро. Начинаем новый день. Икры, лук, морковку пожарил. Лук делаю такими полукольцами крупными. Вот, и в мультиварке у меня синий и перчик. Сейчас это все хорошенько протушится. Перец, кстати, можно вместе с зажаркой сюда. У меня много было, у меня аж 5 перчинок было таких крупненьких, поэтому я очень люблю такое. У меня готово. Мультиварку я уже выключила. Видите, красота какая. Сейчас у меня постоит еще закрытая крышка, немножко протушится. А потом я достану, чтобы она остыла. Как раз на ужин у нас будет уже холодненько, потому что я раздерну. Димка гулять идти не хочет ни в какую. Не знаю, что происходит. А я хочу сейчас опять постирать. Стирка насобиралась, как обычно. Мне кажется, я только и стираю каждый день. Расскажите, у вас так? Девчик мой проснулся. Да? Вкусные руки. Прическа у нас такая интересная. Да, София? Наш позитивчик маленький. Вот такой парашютист, да? Куда детки? Круто, круто. Давай еще раз. Готовила я пюре, картошечку. Буду сейчас делать пюре. Добавила молока уже чуть-чуть теплого. Так, масло добавляем кусочек. Пусть оно немножко постоит, масло. Наверное, еще масло, чтобы вкуснее было. И будем толочь картошечку. Все, масло у меня растаяло. Толку картошку. И еще я приготовила курочку. Запекла ее, точнее сказать, потушила в мультиварке. Такой вот у нас будет сегодня вкусный ужин. Я вообще картошку очень сильно люблю. Дима у нас картошку не особо ест. Вот. Ну, хочется уже пюре, я прям соскучилась. Такой картошечкой. Мы с Димкой будем ужинать. Картошечка с курочкой, овощи. Димка уже огурчик кушает. Вкусно, Дим? Сегодня Дима не поспал у нас. Опять второй день. Ой. Как-то мы уехали кататься на машине. А мы с Сонькой остались дома. Немножко отдохнем. В тишине, в спокойствии. Я пока тоже посмотрю немного YouTube. Помыла голову. Это я вот протонировала волосы. Они мне стали... Желтизну немножко убрала. Но в следующий раз хочу немножко по-другому затонироваться. Краску взять. Я брала 10-ку. Хочу на уровень ниже 9-ку взять, попробовать. Не знаю. Тонировка у нас в салоне стоит 1500. Я протонировалась, купила краску, окислитель всего лишь за 400 рублей.
Эстель. Ну, то есть, как бы профессиональная краска, хорошая, мне очень нравится. Так что салон это хорошо. Я раньше вообще красилась темный цвет. Пару лет, наверное, назад, когда Димка родился, да, как раз было очень удобно. Покрасился сам, не надо никуда ходить. Ну, а так милирование надо, потому что влазят седые волосы. Тут у меня окна открыты, там сквозняк такой сильный. Машина едет, все слышно. Это Мишель. Вечно таскает мои тапочки. Она их берет, прячет под Димкину кровать. Мишель! Мишель, это я про тебя рассказываю, засранка. Знаете, сидит с тапочком. Она сейчас возьмет этот тапочек, унесет под Димкину кровать, оттуда возьмет другой тапочек. И так будет носить. Так вот она и гостей встречает. Это она понимает, что я о ней говорю, да? Мишель! Мишель! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, Мишель! Вот так вот. И Сонька. Сонька, мой золотой ребенок. Кто мой золотой такой серьезный? А? Что мы с Соней отдыхаем? Как на курорте? Привет. Здорово. Вы мальчики? Как вы погуляли? Нормально. Вечерний концерт? Ну давай, запивай. Ну давай. А мама? Ну давай, ты пой. Мама, давай. Маме петь?